экипажа три человека, второй пилот, бортовой техник, который тоже все полностью у нас один экипаж составляет одно целое. То есть при полетах у нас это основная задача работы экипажа. Конечно, и площадки, и посадки на площадке, и по погодным условиям мы выполняем санитарные рейсы. И наша основная задача – это вовремя прибыть и привезти больного вовремя на центральную больницу. Thank you.
работает, и воскресенье, и суббота.